Нет денег на собственный проект? Регистрируйся на краудфандинговой площадке. Простая и понятная стартаперская система позволяет авторам получить необходимые средства с помощью коллективного финансирования. Каждый желающий способен создать собственный профиль и собрать деньги на образовательные, творческие, благотворительные или социальные проекты. Самое интересное в обзоре Александра Руяткина. Биван. Что-то среднее между баблом и надувным матрасом. Его шьют из парашютной ткани. Для отдыха во время прогулок просто незаменим. Один из авторов изобретения Амич. Изделия уже пользуются спросом. Мы понимаем, что создаем новый тип мебели. Это не шезлонг, не гамак, не диван. Что-то новое. И для обозначения этого продукта нужно простое и запоминающееся слово. Так мы придумали слово «биван», которым называем свой надувной диван. В Томске собирают деньги на постройку точной копии ботика Петра Первого. Идею автор вынашивал с детства и 15 лет назад решил воплотить мечту в жизнь. Своими руками построил корпус судна. Для этого специально ездил в Санкт-Петербург, где изучил оригинал. Все готово. Надо только 120 тысяч рублей на паруса. 90 уже есть. Как достроит корабль, Александр Бойцов собирается отправиться в морскую экспедицию. Скорее всего, я не соберу 120. Но я считаю, это совершенно, ну, это нормальный, положительный результат. Вот. Во-первых, как бы и с деньгами, то есть я паруса сошью на эти деньги, но что-то придется мне доработать вручную самому. Ничего страшного. Вот. Но вторая вот сторона медальки, я вот повторюсь, это я получил такой отклик обратный, что это, ну, это дорогого стоит. Учительница начальных классов из Кемерово Анна Крылышкина собирает деньги 56 тысяч рублей уже на вторую книгу-игру. От решений читателя здесь зависят судьбы героев. Ребенок, делая выбор, незаметно для себя будет приобретать необходимые качества. Это ответственность, смелость, находчивость. Когда я пробовала найти что-то подобное, даже через интернет мне не удавалось этого сделать, а хотелось. Вот настолько это было увлекательно и интересно. Вот новосибирская группа «Силенциум» уже приступила к съемкам клипа на песню «Любовь, комсомол и весна». Деньги на ее создание девушки собирали с помощью своих поклонников. Это был уже четвертый клип, на который авторы собирали средства с помощью краудфандинга. На этот раз необходимые 50 тысяч рублей были собраны за рекордное время, чуть больше суток. Девушки уверены, чтобы проект привлек внимание в сети, нужно постоянно вести диалог с посетителями сайта. Когда люди заходят, они смотрят, у них нет совсем проектов, а им надо 500 тысяч. Ну, что-то как-то странно. Вот, а мы, когда уже заработав там маленький проект, чуть побольше проект. Вот, люди знают, что мы можем. Они смотрят на это и хотят еще нам помочь. В общем, чтобы реализовать свои идеи, не нужно рассчитывать на помощь государства. Вокруг миллионы потенциальных инвесторов. И кого-то смелый проект обязательно заинтересует. Сотни реализованных стартапов тому лучшее подтверждение. Александр Руяткин, Дмитрий Куканов, Остап Григорьянц, Вячеслав Варфоломеев, Артем Шершнев. Новости здесь, Омск.